круто! Всего 300, говорили 600? Обалденно! Сейчас смотрите, будем разворачиваться вправо на трассе, не шугайтесь, ничего страшного. Хорошо. Туда-обратно еще сначала сделаем. Хорошо. Удобно сидите? Очень удобно. Не жмет, не давит. Да, не жмет, не давит. Слезы текут. Слезы радости, наверное. О, как держусь. Так, сейчас надо будет правую ножку, вот так будет нет. Я молодец! О, там самолетов Лопанова, Каянова, Мулянка. Вершеть. Обалдеть, вот там вершеть! Белогорского монастыря, но вот вперед видно на горизонте. Вот прямо? Нет, это вот прямее. А, вот. Обалдеть! Блин, круто! Я приду сюда еще, чтобы посмотреть Белогорский монастырь. О, вот там. Вот там кама. Да? Сейчас на какой высоте? Сейчас у нас 2 метра. 592 метра! Офигеть! Мы летим сами! Мамочка! Вот он практически весь. Новую деревушку видите? Новая где? Да, вот она. Вот проекция чуть левее плотина Канской ГЭС. Офигеть! Мангаева, Молодежная, Левшина. Мы стрелку видно замечательно. Бьет. Дыбовая гора, Бахаревка. Так классно! Видно, вот, офигеть, да. Димка сегодня, да. Ой, это круто! Покачаемся? Давайте. Если будет некомфортно, мало ли, скажете, карусель. Не, я нормально к этому всему реагирую. На качелях нормально? Нормально, мы качаемся, так круто! Офигенно! Так, вес, что надо сделать? Вправо наклониться. Вот, вес. Ага. Вот, сейчас разворачиваемся. Мы разворачиваемся. Видите? Да. Вон, на, о, пошла. Круто. Нейтральный вес. Класс. Сейчас парашютистик полетит. Парашютист летает. А мы его не заденем? Ну, я же его вижу. Хорошо. Вот он полетел. Смотрите, там парашютист летает. Я думаю, что вас еще не видят. А, меня не видно? В смысле?
пыталась помахать рукой. Меня не видит. Вообще офигенно, это не... Это просто... Это не видит. Парашютом. Я посажу вас аккуратно на него, потому что скорость на посадке будет существенна, чтобы ноги случайно куда-нибудь там не подвернулись. Хорошо. Это круто. Сегодня вот, за сегодня вот это поле. А он тоже похож. Но еще вон ездит трактор. Вы меня видите? Видят, они меня видят! Ой, как круто, мы качаемся. Офигенно. Я летаю. А вы с парашютом тоже прыгаете? Оттуда и пришел. На закате, наверное, вообще красота. Самое красивое. Нас может скрыть или не сильно дует? Краткое интервью после приземления. Это круто. Понравилось? Очень. Я приду еще. Хорошо. Иди еще приведи друзей. Вон один друг.